показываю вам остатки былой роскоши. Мы сделали такой небольшой перерыв, перекус, потому что я не завтракала. Гюля чуть там что-то тоже, этот марияж поела. И вот мы по дороге остановились купить воду. И там прям пекарня в магазине, ну, рядышком. Там такие вкусные. Это хачапури, да, тоже? Или что это, вот то, что я ем? С мясом? Да. Ну, хачапури так называется, а то с мясом. То с сыром, то с мясом. Это... Но он... Не гладь, ну, не традиционный. Да, поняла. Не официальный. Взяла такую воду лимонную, еще сладкую воду взяла тоже. Всем нам по сладкой, по лимонной, по такой марьяшке сок. Извините, жую, дожевываю. Захотелось вам показать, такая вкуснятина. Там мясо куриное и картошка. Оно такое остренькое, чуть-чуть зеленью. Ой, тесто слоеное. Бесподобное. С таким удовольствием я съела. Марьяшка тоже поделилась. Большой такой этот хачапури. Вот, ну просто ням. Взяла тоже с сыром. Ой, вкуснота. А насчет то, что мы говорили насчет жидкого, у нас дома жидкое каждый день. Я всегда готовлю. Меня Эльмар любит. И Марьяша. Я сам не любитель, честно. Гиги тоже жидкие не любят. Не, у нас я все всегда кушают. Ругаюсь, надо кушать. Надо у нас все едят. Подожди, Абаша Мартвили туда, правильно. Представляете, вчера Настя же у нас была, да? Я говорю, они там бегали, играли. Потом пришли к нам. Я говорю, кушать будете? Ага. Надо спросить будет. Не, я нормально еду. Да? Я познакомлю сейчас, ладно? Да. Я здесь сейчас скажу, да. Мартвилис каньоне. Все, прямо? Да. Да, и этот Настя вчера, я говорю, будете кушать? Я говорю, Настя, ты суп любишь? Она говорит, да. Я говорю, хорошо. А я суп отварила до этого. В общем, ладно, я им суп налила, значит, они сели, огурчики нарезала, все сидят, обедают. Да, я... Представьте, значит, Настя съела свою порцию, приходит на кухню, я говорю, покушала, она говорит, вкусно было? Она говорит, да. И я оставила, она стоит. Я говорю, что? Она говорит, я еще хочу. Я говорю, че? В общем, добавки она попросила, и Марьяша попросила, там как раз оставалось, я им поделила. Потом они там ели что-то этот, в общем, она на себя суп разлила, Настя. Я прибежала... Это Настя какой, который... И это фамилия имеет турецкий, да? Папа, да, турок это... у нее, да. Да, в общем, она, я испугалась, я говорю, ты не обожглась? Она говорит, нет. Мы ее, в общем, переодели в Марьяшину кофточку, они дальше там поели. А, ну, весело было. Я так испугалась, мы с Гюлей так переполошились, что не дай бог, чтобы не обожгла, да, прям на ногу. Я в шортах была. Слава богу, не обожглась. Давайте спросим, да, вот. Здесь центр, я знаю, но... Мне в центре. Мышка мамина. Как ты кушаешь? Покажи. Ой. Вот так Марьяша растягивает удовольствие. Моя балакаты. Да. Полицейские переходы. Опять, да. Посмотрите, какой снег в горах. О, да, там видно сейчас, да. Да, сейчас я этот, мы проедем вот это дерево. Посмотрите, какая красота. Дорога поворачивает. Сейчас снег. Я постараюсь вам показать эти горы бесподобные совершенно. Ах, не видно. Сейчас будет видно. Смотрите, какая дорога. Боже мой. Нет, Миндизе. Вот это закрыло ее. Зато вот антенны это... видно там наверху. Гора. Да, вот этот вот. Как это гряда или как назвать? Макти, мигти там всякие. О, снег сейчас будет видно. О, вот он. Впереди. Вот облака прям вдалеке, и вот снег прям лежит на вершинах. Как это красиво. Ай, Алла. Я рада на Гурбан. Даже дорога трясет, все равно буду снимать. Смотри, какие кипарисы.
даже на дороге здесь встретили кусочек Азербайджана. Вот впереди едет машина и написано там «Эмбавут». Надпись уже видавшая, видит? Я зайду. Ух ты! Мы приехали. Вау! Это моя вода. Тоже в шоке. И короче. Итак, мы приехали в каньон Мартвили. Сейчас видишь, они смотрят, кто там, понимаешь, а меня увидят, я же грузин. Итак, мы на месте. Да, видно. Вот так тут все. Видит? Да, закрыли. Нет, еще не вышли они. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Пожалуйста. Ой, как снимайте, вас. Да, нас? Да, можно? Вы не против? Сейчас все объясним. Хорошо. Откуда наши гости? Из Баку. Салам алейкум, Баку. Поздоровайся. Салам алейкум, салам. Очень приятно, девочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Я не взяла паспорта. Маска надо, и один из вас кого-нибудь паспорт, чтобы там в офисе билет купили. Ну вот, за это говорю. У вас есть же паспорт, можем на ваш купить? Я сейчас возьму паспорт. Мы на ваш возьмем, да, тогда? Да. Маски есть у нас, сейчас достанем. Маски на... Каньон, который здесь вот, на 70 метров находится, это центральный каньон, Мартвилский, там на лодочке катаемся и пешочком прогулки. Угу. Ну, к сожалению, вот такой, ну, такой... Ну, да, да, я читала, да, я поняла, да. А вот то, что во второй части каньона, в нашей верхней части, которая отсюда недалеко, там много чего еще вас да, в диком природе посмотреть. Я знаю. Ага. Водопадов, ушельев, даже и горячих источников купаться можете париться, зиплайне, веревочный парк, лес ушелья и, короче говоря... А про это я в интернете ничего не нашла. Там проводят супер время, там время не ограничено, сколько ходить. Вода подбегает свой, сейчас остановлю. Ой! Окей. Интервью? Да, интервью. Да, после нашего центрального каньона, если хотите верхний свободный прогулка на верхних каньонах, фотографироваться, удивиться с этой красотой, можем вас не отвезем туда на больших машинах, ну, высоких машинах, и привезем сюда. Вы будете довольны и счастливы. Ага, ну посмотрим. Да. Это а доченька вообще удивится. Спасибо. Ну что ж, тогда давайте мы возьмем билеты. Да. Начнем отсюда и там да, уже дальше начните, решим. И вот мы вам обещаем. Маленькую рай покажем всем. Да, хорошо. Даже есть под водопадом национальной кухни, можете покушать там. Выпить что-то, чай, кофе. Понятно. Спиртные напитки, лимонад и так да, далее. Мы спиртные да, мы спиртные едим. Да, и форель готовят, и все. Ага. Да. Там вниз, да, нам надо идти? Да, прямо сейчас туда вниз. Ага, Гюлин, пошли. А? Короче, все, что можно. Спасибо. Наверное, вас как зовут? На золото это, учится. Да, первый класс закончил. Меня зовут Давид. А, очень приятно. Я Виола. Вы здесь находитесь в Западной Грузии, в части Самигрелу, Мигрелия. Да, Колхида, Золотое Руно и Аргонавты. Вот так. То, что история происходила здесь. Ага. Хорошо, спасибо. До встречи. Так, мы идем. На встречу приключениям. Все уже там этот... Ой. Так, на секунду все переведу. И спасибо. Пожалуйста. Ой, сейчас повернусь. Так, смотрите. О, меня обязательно снимаю. Нет, я себя снимаю. Да, себя снимаю. Хватит вас, поснимала бы у меня да? И так в каждом видео. Серьезно? Да, кстати, вам опять комплименты понаписали, я потом скажу. Ой. Ой. Как я забыл паспорт? Хорошо, что я взял свой, я да. Взял. Интересно, без паспортов билеты не дают. Это странно. Странно. У нас такого нет. У нас паспорт вообще крайне такая вещь. А мне мой паспорт сейчас билет. У вас в магазине.
каком цель? Я же говорю, ну, это у вас, да. Я сейчас скажу, мы... что в одну еду. Все. Не надо. Молчат. Они же видят, что мы не местные. Ну, видят, когда лицо видят. Ой, как здорово. Ура, Галхмах. А, Галхмах, дурно. Сюда еще подняться надо. Обратно. Куда? Вот так? А мы не поднимемся. Мы там подождем, вы нас заберете. Сюда зайдем? Да. А сюда хотели подняться? Я на машине подойду. Да. Буду спрашивать, я в машине туда. Здесь ничего нет. Как я. Это потом построим. Здесь вот такой вот стоял. Вот это что-то здесь. Ну, сейчас тоже особо не работает, да, людей нет же. Нет, когда все это закончится, это пандемия, а когда-нибудь. Дай бог, что закончится. Потом я здесь... Ты знаешь, что будет? Вот, вот, конек, видишь, вот, давай. Вот где эта лодка? Ребят! Хороший ты, хороший. Чем тебе угостить? У нас в машине есть угощение, с собой нет было. Потом, если с нами пойдешь, мы тебя угостим. Еще одна собака. Да, я видела. Идем, не отставай, баба. Вот так вот, видите, как? Ой, какая прелесть. Как и я. Что? Арбуз на солнце стоит. Здрасте. А, из фануль кулиса. Шапочки, да. Да, 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 фанские шапочки. Марьяш, примеришь? Да, у меня дома есть. Гигла, на Марьяша наденьте на секунду. Иди пусть на секунду примерит. Ну, а у него хвостики. Марьяша? Нет. Марьяша, куда посмотри? На маму. На меня посмотри, на маму. Посмотри. На маму. Это не отпускай. В коленках жмет немножко. Ну, снимай. Ой, Гюля. Лепота. Да. Смотрите, какая странная скамейка или что это? Я не вижу. Айджин. А? Ну давай. Хорошо, что куртку не взяли. Жарко. Мне напугали куртку. Возьми куртку. Ну, по крайней мере, пока точно куртка не нужна. А это что на самом деле? Это... Интересное такое место. Да. Так, ручку дай, чтобы температуру померили тебе. Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы решим с билетами. Шум воды слышите? А где Марьяш?